Вот. Теперь Ваулин и Железов. Вот это наша совместная работа. Вот. Посмотрите. Инновационная работа. Тут, правда, ну, забыл меня упомянуть. Ладно. Бывает, видимо. Видимо, это память подвела. Ладно. Урожайность 20 до 58. При этом саженцы сортов абрикоса посажены в тех же условиях, в те же сроки, полкилограмма с дерева. То есть вот это вот, но в частном разговоре, почему я сейчас объясню, для чего это нам надо знать. В частном разговоре мне и Немытову, вот, Алексею Юрьевичу, вот наш общий друг, обоим он сказал следующее. Кстати, сеянцы железа феноменальные. Вот, тогда я понимаю так, что это они и есть. Потому что другие дали по полкилограмма дерева. А не 50, не 70, а пол. Вот это вот я почему вам показываю. Сейчас объясняю почему. Дело в том, что и вот это его фотография с его сада. Вот они, вот они, вот они. Ну, это понятно, это гибриды с самурами. Я их за километр вижу. Вот. Отличный результат. 14 гектаров. Вот это единственный случай, когда наука нас обойдет и обошла. Но для того, чтобы нам не переживать, мы должны брать количество. Видите? У нас есть 14 гектаров. Зато у нас что есть? У нас есть вот эта фотография. Заказывайте. Берите, даже у кого места нет, берите прок. Если я вам показал вот эту банку, вот, в таком виде она 13 месяцев в холоде и ничего. Еще и взросла. Это как мне Бог посылает специально вот такие вот. Видите? Я надеюсь, что видно. Или вот так показать. Это не я садил в банку. Это так растет. И вот получается, что берите впрок, не пожалеете. И будет вам, как этот говорил фокусник Акопян, и будет вам счастье.